Джулиана Ассанжа, создателя WikiLeaks, Британия удерживала незаконно. Это решение рабочей группы ООН. Цитирую. «Различные формы лишения свободы, которым был подвергнут Ассанж, являются незаконными. Ассанж должен быть освобожден, должны уважаться его телесная неприкосновенность, свобода перемещений, а также он должен иметь право на компенсацию». Конец цитаты. То есть Ассанж волен свободно покинуть посольство Эквадора в Британии, где скрывается от экстрадиции в Швецию уже 4-й год, и как свободный гражданин получить от британцев назад свой паспорт и поехать домой в Австралию. История эта, наверное, самый запутанный из детективов последних лет. Ведь прячут дипломаты Ассанжа от тюрьмы, куда его обещают отправить шведы по обвинению в изнасиловании. А обвинили его две некие женщины аккурат после того, как искренне верящий в свободу информации основатель сайта WikiLeaks, прозванного «шестой властью», опубликовал секретные документы Пентагона и наладил целую систему под девизом «Все тайное становится явным». И тут, по странному стечению обстоятельств, борец за свободу слова был объявлен без малого серийным насильником. Для Европы обвинения чудовищные. От Ассанжа должны были отвернуться, но в результате Ассанж стал символом борьбы за свободу слова. Сейчас, несмотря на жесткое заявление комиссии ООН, Ассанж остался в посольстве Эквадора, потому что Швеция и Британия уже заявили, мы с ООН не согласны, и наше право выше права международного.